Ярким выступлением отметил свой юбилей областной цирковой коллектив «Счастливое детство». Уже 50 лет жонглеры, клоуны, акробаты и гимнасты радуют зрителей своим удивительным мастерством. Сегодня у нас юбилей, юбилейный концерт, вернее, театрализованное представление «Приключения Фунтика». И мы готовились и хотим показать это нашим зрителям. В коллективе ребята самого разного возраста. Среди них и те, кто занимается в студии уже более 10 лет, и те, кто только начинает свой путь в цирковом деле. Но разница в опыте и возрасте совершенно не мешает артистам слаженно работать вместе и показывать красивые номера. Я хожу на цирковую только год. Мне нравится сюда ходить, потому что радовать детей, самой спорт и жизни вести. Радовать родителей, всех, кто в зале сидит. Из зала за концертом с волнением наблюдали самые преданные поклонники – родители. С трудом сдерживая эмоции, они делятся интересными историями поступления в студию своих чад. Мы ходим третий год, и после очередного посещения цирка в городе Хабаровске моя дочь изъявила желание быть воздушной гимнасткой. Я узнала то, что у нас есть в городе цирковая студия, привела ее. Сразу же ее отметили педагоги, сказали, что годится она им, и мы вот уже третий год уже посещаем. Многочисленные зрители вновь стали свидетелями красочного циркового представления. Яркие костюмы и завораживающие номера артистов создали в зале ни с чем не сравнимую атмосферу большого цирка. В ближайших планах у коллектива участие в фестивалях за пределами автономии, гастрольные концертные программы и новые яркие шоу. Ульяна Наумец, Павел Славин, Богдан Патрин. Новости 21.